У Гомелі прайшлі першыя спаборніцтвы па аджыліці. Гэта кіналагічны від спорту. Удзельнік накіроўвае сабаку праз паласу перашкод. Пры праходжанні ўлічваецца і хуткасць, і дакладнасць. Арганізатар спаборніцтваў – мясцовы клуб сабакаводства. За ўзнагароды змагаліся спартыўныя пары з Гомеля і Мінска. Вероніка Гамзюкова пабывала на турніры. На спаборніцтвы приехали каля 20 уладальников собак со своими гадаванцами. На протягу одного дня яны спаборничали у аджиліці, пераодолені полосы перашкод. Усіх поделили на три категории у залежности от величини собаки. Проведение турниру – это великий крок наперед для развития этого виду спорту не только в области, але и Украине. У нас не очень популярен, но мы к этому идем. В Гомеле достаточно много детей занимается, Минск и Гомель. Уровень, соответственно, начинающий. Они занимаются года 4 приблизительно, насколько я помню, знаю. Само аджилити у нас, наверное, больше 20 лет. Но это было точечно. Сейчас у нас есть организация. Соответственно, мы этот вид спорта развиваем масштабно. Стараемся. Гамельчанка Евгения Воробьева выступала у пары с долгошерстной немецкой овчаркой Декстером. Для их это первое спаборництво. Шестимесячного щенюка объединению юный кинолог подарили специалисты годовальника Гомельского областного управления департамента аховы. Яны ж подтримливали юных собаководов и на гэтых спаборництвах. Профессийные кинологи регулярно проводят майстер-классы для выхованцев объединения, а дети берут из них добрый приклад. Страшно, на самом деле, но из-за этого малого не беспокоюсь, потому что он огромный молодец. Он очень старается, всегда меня слушает и реально круто бегает. Аджилити, в принципе, он очень круто в учении. Я одно время хотела поступать на юридический, но сейчас думаю о том, чтобы поступать на таможенную службу и обучать там собак. Нравится этим заниматься, это стало уже моим хобби, привычкой, куда я с радостью иду. И если кто-то сюда может сходить, как и для него это будет работа, обучать собак, то для меня это, наоборот, отдых, мне это нравится очень. По выниках спаборництва у своих номинациях спортивные пары с Гомеля завоевали 11 медалей. На высшую приступку пьедестала двойше подымались Анастасия Давыдова и немецкая овчарка Багира. Один раз Дарья Крываши и кокер-спаниель Эля. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».